Всем привет, друзья, с вами Малдер. Продолжаем играть в игру под названием DuckTales. Ремастер. Значится, магика да гипноз стащил у нас племянников. Надо их спасать. Чем, собственно, сейчас мы и займемся. Что-то довольно тихо у меня как-то играет музычка в игре. Погнали. Погнали. Не знаю, сколько займет этот уровень по времени. Так, 10 тысяч, прекрасно. Десяточку собрали. А как тот сундук? А, я понял, как тот сундук нам. Ну-ка, вот так вот. Есть, полтишка. Ух ты, еще один алмазик. Надо спасать племянников. А здесь актуальнее было бы позвонить Чипу с Дейлом. Так, 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 спокуха. Есть, мышуля сдохла. А это что, тут карты? А, карты есть, тут все время прямо. Блин, а вот это, что мозги-то буду? Тут, наверное, и так можно. Совершенно верно. А здесь секрет, 100% секрет какой-то есть. О, нету. Тихо, 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 тихо. Я грохнулся. А я думал, там цепь-то висит. Думал, туда можно залезть. Странно. Опа-на, мне сегодня везет, блять. А сюда можно, а сюда тоже нельзя. Да что такое, почему? Подождите, подождите-ка. Так, спокуха. Получи. Полтишка. Полтишка, замечательно. Как-то на душе всегда становится так легко, приятно, блин, когда красные вот эти вот алмазики появляются. Так, ух ты. Блин, ты чё, мышь, сдохни. Есть, мышь сдохла. И ты сдох. Вот что делает богатство с человеком. 150 тысяч набрали уже. Ну-ка. Ух ты, сука! Блин, погоди-ка. Подожди, может быть, мы сможем? Сейчас, может быть, камешек появится вновь. А зато сундука не появится. А, нет, погоди-ка, сундук есть. Мышуля. Так, мышь грохнулась. Мы сейчас сундук разбиваем. Замечательно, берем полтишку и идем дальше. Ну, не замечательно ли это? Так. Так, 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 тут у нас что? Тут у нас ничего. Ух ты, ёпта, они это самое, отваливаются цепь-то. Хуа, блядь. Да еб твою мать. Цепочка-то отваливается. Подожди, а что, из всех, что ли, бриллианты-то сыплются? Давай, падай. А, нет, не все. А, стоп, они разные, смотрите-ка, точно, точно. Вот это падает. У нее звенья разорванные. Нет, тут нет ничего. Ну ладно. Ух ты. Они разные. Понятно. Понятно. Будем знать. А я что-то не... Так, это глом, говорит. А что он тут стоит-то? Или он ждет, пока ему дорогу, что ли, расчищу? Ты, сука, хитрый. Значит, а что тут такое? Тут кто-то... Почему не переведено? Почему не перевели? Тут кто-то есть, по-любому. Да, огненные утки. Огненные утки. Ох ты, отлично, допрыгнули. Ну, тут легко, наверное, будет. Есть. Прошли. А-а-а, там был бриллиантик маленький, сука. Маленький тоже бриллиант и имеет право жить. Мороженка, мороженка, мороженка пригодится сейчас. Темно, темно, почему так темно-то, блядь, кто свет выключил? Хотя откуда тут свет-то взяться, мы в горе находимся. В какой-то, пещере. А вон глом, говорит. Подождите, давайте кто тут сейчас проскачем, пока что. Тут вот сундук будет, не? Точно, блядь. Не зря вот этот камушек лежит. Блин, неуязвимость. Зачем мы, блядь, ее сделали, а? Так, неуязвимость. Надо тут вот все проверить. Вот, ничего себе. Чуть не прохреначили. Брюлик. Два брюлика, точнее. Ну-ка, уйди-ка отсюда. Мешок с костями. Ах ты, блин. Тут пол есть? Пол есть, отлично.
Так, идем дальше. Тут что-то будет в конце... То ли в конце этого уровня, то ли еще один какой-то будет. Хер узнать, не помнишь. Достаточно сложно. Будет пройти один там момент. Там на скорость, блядь. Ну ладно, это мы дойдем. Я думаю, сегодня-то мы его пройдем. Что он делает? Сегодня мы пройдем эту игрушку. И та хрень будет в самом конце уровня вот эту. Так, а он держит типа того, да? Чтобы я подпрыгнул. Молодец. Молодец, хорошо. Здесь. Да почему, блядь, ничего нет-то? Что за хрень-то? Может, тут что-нибудь будет? Так, что-то было. По-моему, бриллиантик. Только не понял, я какой, маленький или большой. Ух ты, что его. А, я надеюсь, камень-то только один был. А, его тут можно перепрыгнуть, да? Да, отлично. Отличненько. Все, хорош, больше не кидайте камешки, блядь. Торт. Блядь, да нахер он мне нужен-то, вы че? Подставу делают. Подставы тут такие вот. Еще два маленьких. Тут на маленьких сейчас соберем большую достаточно сумму. Лезем дальше. Лезем. А что тут такое? Сюда можно? Нет, нельзя. А, там камень просто катается этот, да? Да. А, я понял. По нему надо забраться сюда. Диалоги не переведены. Ух ты. Не переведены, что они базарят во время игры. Это печалит, на самом деле, мне. Хотелось бы узнать, что там по сюжету-то они метут. Так, куда идти-то? Мы почти что дошли уже. Ух ты, секретная зона. Секретная зона. 4 аж сундука. Так, десятка. 10, 20. Мороженка. И полтишка, замечательно. 70 тысяч, как с куста. Как с куста мы с вами сейчас заработали. Телега, блядь, телега. Ух ты, опа. Успел взять, даже большую успел взять. Небольшой, точнее, средний. Но вот этот вот, блядь, грех будет не взять. А, бляха-муха, ну что, сука. Ладно, хрен с ним. Еще одна попытка у нас будет. Я думаю, сейчас пройдем. Я не взял, к сожалению, бриллиантик последний. А так хотелось, на самом деле, его взять. Может, тут... Да что такое, блядь, почему? Сука, я не допрыгиваю просто-напросто. Хер какая-то, на самом деле. Сейчас. Третья попытка. Ах ты, блядь, чуть по репе-то мне не... Нет, это самое. Не гвоздануло. Кирпичами-то. Сейчас, подождите, надо. Вот, отлично, блин, только я маленький бриллиантик не собрал. Ну хрен бы с ним. На самом деле. Не страшно. А вот тут что такое? Прыжок. Прыжок веры, блядь, что ли? Куда прыгать? Ага, понятно. В натуре, блядь, прыжок веры. Мороженка. Мороженка нам неинтересна. Неинтересна вообще. Пока что брюлик, еще один. Ах ты, бляха, десятку не взял, сука. Ну, полтинник-то возьму. Да еби твою налево. Ну что такое, 50 тысяч просрал. О, зато тут с первого раза перепрыгнул. Ладно, хрен с ним, с этим полтинником. 60 тысяч просрал, точнее даже. Мороженка, мороженку возьму. Так. Погоди-ка, а здесь что-то... А, тут, туда нельзя направо-то. Ладно, пойдемте дальше. Два сундучка. Тем временем у нас есть. Вот, 60 тысяч. Что это такое? Обошел. А, они падают. Ё-моё, погоди-ка. Ах, сука, не успеваю. Это, блядь, а ты откуда тут взялся? Ты чё? Привидение, доброе. Да, блядь, да вы чё? Откуда вы тут беретесь-то? Вас тут не должно быть-то. Ну, я опять въебался, блядь. Мороженка. Замечательно. Во, десятку чуть опять не просрали. Еще 10. Отлично. Да что ты, сука. Блин. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Тут не надо было на клюшке-то прыгать. Черт возьми. Да, блядь, ты что тут...
появился, как не... Да, ёпта. Неожиданно. Тут просто бежать надо было. Зацепился. Стоп, стоп, цепи-то. Эти самые. Разрушаемые. Секунду, вот. Торт. Торт есть. Прекрасно. Пойдем, что ты тут стоишь-то? Глом говорит. Ты долго догонял? Что такое, золотые слитки тяготят? Закрой свой клюв. Ты тоже не молодеешь, старый пустозвон. Тихо. Магик еще может не знать, что мы здесь. Не нужно упускать элемент неожиданности. Итак. Ты все же решил принести гривенник. Отпусти моих племянников, злобная колдунья. Сначала покажи первый гривенник. Вот он. Теперь отпусти мальчиков. Что? Было приятно иметь с тобой дело, Скруджи. Вы двое были вместе с самого начала? Нет, еще раньше. Помнишь, кто продал тебе картину? Это была я в маскировке, глупец. Эх ты, неудивительно, что сделка была хороша. $5 с тебя. А я не платила за дорогую экспедицию по поискам сокровищ. И теперь, наконец-то, я использую сокровища, чтобы закончить заклинание. Хватит этих фокусов, у тебя мой гривенник. Теперь отпусти, ребят. Ого, сейчас не время сожалеть о покупке. Лучше держаться основного плана. Это впечатляет. Я сейчас призову Кряка Дракулу. Узри, сейчас мы узрим. Это Кряк Дракула. Я, магика де гипноз, призываю тебя исполнить мою волю. Только мою. Я повелеваю, чтобы ты уничтожил этого старого глупца. А как мне его убивать-то? Так, погоди-ка, что он делает вообще, надо понять. Твою ж мать. А, вспомнил. Погоди-ка, надо на мышах подпрыгивать, да? А! Спокойствие. Сейчас. Мышь, да еби твою налево, мышь. Подожди. Сейчас все будет. Вот так вот. Я сердечко прохреначил уже. О! А что делать-то? Я понял. Я что-то с мышами тут какие-то проблемы. Надо какие-нибудь службы вызывать уже, наверное. Чтобы их истребили, блядь. Так, мышь. С мышами прикол ясен. А что еще он умеет? С мышью. Ого. Ух ты ж, твою мать. Бляха-муха. Тихо, дракоша, блядь. Ты, да еб, твою мать. Два сердечка проебано. Так, три удара. Дракон, мышь. Мыши пока что самое простое. О, практически там, где я стою. Бежим. Есть. В середине надо всегда стоять, и тогда успеем точно. Ох ты. Опять то же самое. Давай, беги. Вот, отлично, успели. В серединке. Дракула. Ох ты, бляха, задела мышь-то. Ё-моё, я забыл совсем. Дак. Дракула, блядь. Дракула Дак, она его называет. Дракула Утка. Ну блин, вот этот, сука, хрен. С опасней, да ёпарасете. Опасный такой, я не понимаю, как увернуться. От огня-то! Сейчас мне... Так, мышь, раз, два, три. По шапке получил. Давайте лучше летучих мышей, я не хочу драться.
А что такое? А мне так можно прыгать? Так ты... Делов-то, я так буду прыгать на нем, да и все. Ну и все, хрен такого, ничего страшного нету. Так, мышки. Получил по шапке, у меня 3 сердечка осталось. Не хочется сначала-то начинать. Только не драк... Бляха. Только не дракоша. Ну я... Логика-то понятна, как его убивать. Все, смотрите-ка, мы не потратили и половинки сердечка. Промазал! Мышуля! Сдохни! Ух ты, сдох! Превратившись в пыль. Ребята, я так рад, что вы целы. Мы знали, что ты нас спасешь, дядя Скрудж. В тот коридор, ребята, зигзаг отведет вас в безопасное место. А как же ты, дядя Скрудж? Да, все это место рушится. Магика и Гломгольд забрали мой первый гривенник, и я не уйду без него. Вы, ребята, уходите. Удачи, дядя Скрудж. Вот сейчас, по-моему, как это дично начнется. Сейчас же отдай мне гривенник. Нет, пока не отдашь мне те сокровища. Я хочу быть страшно богатым. Ты уже страшно богат. Но не так, как этот Промира Макдак. Где сокровища? Хватит возни, мне нужен гривенник. О, ну уж нет, дамочка. Черт, отпусти, дурак! Нет, пока не получу сокровище. Я понял. Бляха-муха, мне надо первеих добраться. Да что такое, почему? Ё-моё, меня сейчас ведь она обгонит. Птица, да ё... Хоть сначала начинай. Погоди, птица, блядь. Птица, я ее не догоню. Уже, наверное, не догоню. Ну, все, пизда. Рулю. Да что такое? Как переиграть миссию-то? Что такое? Все. Первый гривенник мой! Просрал. Сейчас, секунду, переиграем обязательно. Тут на самом деле не больно так сложно. Там, я вспомнил, чуть дальше будет посложнее-то. Так, давай. Она с Гломгольдом не так хороша. О-хо-хо-хо-хо. Спокойствие, только спокойствие. Тихо, птица. Бляха. Блях, да ты чё? Отлично. Хорошая попытка, Магика, но я вернусь со своим гривенником в Дагбург. Веселитесь вместе. Во! Вот сейчас дичь начнется. Ух ты, допрыгнул, гляди-ка. Тут эти цепочки, бляха-муха. Ох ты, тихо, не под... Сука! Упал. Так, мы... отлично. Мы хотя бы здесь с вами начали. Да. Слушай, ты допрыгивал уже как-то. Вот, отлично, допрыгнул. Так, есть. Надо очень быстро здесь все делать. Так, спокуха, спокойно. Есть, отвалилось. Огонек уже нас настигает. Я... О, финиш. Прыгай, ты че? Мой первый гривенник возвращен целым и невредимым. Но, дядя Скрудж, а как же сокровища? Да, они были у нас, но мы их потеряли. Прости, дядя Скрудж. Ну же, ребята, может быть, мы не сохранили сокровища, но у нас было великолепное приключение. А лучше всего, что мы разделили его вместе. Вы, Полочка, Зигзаг.
А еще Дакворт. Не забудьте миссис Клюдию и бабу Фентона Винта. Они тоже нам помогли. Действительно помогли, друзья. Теперь возвращаемся домой. Отпусти меня, старый мешок! О, заглохни, паршивая птица! Дагбург Таймс. Скрудж остается самым богатым селезнем в мире. Было очень щедро с вашей стороны добросить Гломгольда домой, мистер Макди. Ай! Эх, я запишу это на твой счет, Флинти. Ты можешь вернуть мне долг, о, скажем, через 3-5 лет. С процентами, конечно же. Я достану тебя за это, Макдак. Помяни мои слова. Так, смотреть на это я никогда не устану. Давайте, ребята, пошли в магазин мороженого. У-ху! Эй, можно в этот раз каждому по стаканчику, дядя Скрудж? Почему нет? Сегодня я щедр. Более того, каждый из вас получит стаканчик с мороженым. В общем, ребят, вот такая вот замечательная игра. Спасибо Capcom, что они ее перезапустили, переделали, сделали вот этот вот ремастер. Побольше бы таких игр, переделанных на современный лад под современную графику. Что ж, давайте прощаться, но ненадолго. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. До новых прохождений, до новых игр. Всем пока.